Удивить покупателя промо-акциями в магазинах становится все труднее. Исследователи отмечают, что рост покупок товаров со скидкой по сравнению с прошлым и позапрошлым годом замедлился. Одна из причин, по мнению специалистов, рост популярности магазинов, которые предлагают товары по низким ценам каждый день. И покупателям товары обходятся дешевле, чем во время акций. А вот предпочтения потребителей не изменились с предыдущего года. Чаще всего по скидке покупают стиральные порошки, кондиционеры для белья, шоколад, творожные десерты, кофе. На потребительские корзины россиян влияет и курс валют. Доллар за сутки подорожал на 29 копеек, евро на 3 копейки. Данные Центробанка на ваших экранах.